Мои дорогие, сегодня мы с вами будем обсуждать очень интересную психологическую акцентуацию, такую как контрол-фрик. Контрол-фрик, когда человек, ну, дословный перевод, маньяк контроля, контролирует всех и вся вокруг. Для чего он это делает? Чтобы, как ему кажется, предотвратить опасность, да? Способ предвидеть что-то, чтобы не получилось так, как он не хочет, а получилось так, как он хочет. Соответственно, это вот в некотором даже формате вид такой примитивной психологической защиты, да, проконтролировать это. Так вот, когда человек контролирует всех и вся, тут очень важно понять, в какой момент наступает вот этот фрик уже. То есть, когда он был нормальный и когда он стал фриком, когда стоит бить тревогу. Два основных показателя. Страдает он. Вот как только он начал от этого страдать, тогда речь уже уйдет о том, что это имеет некоторую патологическую форму. Или же страдают его близкие. Возможно, сам контролер не чувствует, что с ним что-то не то, ему кажется, что все окей. Он привык к этому постоянному 24 часа в сутки напряжению, да, он привык к этой бесконечной истощаемости, а именно туда приводит контрол-фрик, контрол-фриков, да, а человека, который контролирует, приводит это к чему? К депрессии, к неврастении, к вот тому, что он устал, он понимает, что он как будто бы работает вхолостую, как будто бы он бежит, одновременно хватаясь за все вокруг, да, пытаясь все и вся проконтролировать и сделать все идеально, он очень сильно выматывается. И в итоге, вместо того, чтобы делегировать все эти вещи, он устает. Соответственно, все вокруг могут от него страдать, а он даже может не подозревать о том, что вообще люди мучаются. Так вот, вот в первом и во втором случае мы говорим уже о такой патологической форме контролирования, когда это заходит уже вот какие-то, когда мы видим уже невротические предпосылки, да, вот некоторую навязчивость даже в своих мыслях и действиях. У этого есть два основных мотива, да, у попытки контролировать. Первый мотив – это почувствовать, прежде всего, снять тревогу, да, это первое, самое простое. Я почувствовать это успокоение, то есть я как будто бы, если я контролирую, я могу разрешить себе ехать в этой машине дальше. Ну, например, часто бывает, контролирующие люди контролируют водителя. То есть человек сидит на пассажирском кресле, взял такси, вызвал себе, сидит и начинает диктовать. Перестраиваемся в левый ряд, перестраиваемся в правый ряд. Подожди, оттормозись вот здесь, не надо. Дожидаемся, все, желтый, не едем, стоп. И вот он всю дорогу на протяжении, там, сколько идет его дорога, там, 40 минут, он сидит и комментирует в ухо водителю какие-то такие вещи. В лучшем случае он просто помалкивает, но он не может позволить себе расслабиться, допустим, просто слушать музыку, что-то читать, смотреть в телефон. Он все равно именно вот просто сверлит глазами весь этот путь, как будто бы он может на это все повлиять. Что самое удивительное, у контролирующего он сразу вам вспомнит 33 случая, когда он, как ему кажется, выкрикнул и повлиял на эту ситуацию. То есть они ехали с водителем или там за рулем кто-то был, и он в какой-то момент сказал: «Смотри, человек там», или «Смотри, осторожно». И действительно раз, и вот как будто бы он смог это предвидеть и предотвратить, вот этот ДТП-случай. Соответственно, это подкрепление, только получил от этого позитивное подкрепление, стал контролировать с утроенной силой всю эту ситуацию. Понимаете, да? Соответственно, вот один из таких главных мотивов – это успокоиться, снять это излишнее напряжение, это фоновое такое бесконечное беспокойство. Хотя, как показывает практика, получается ровно наоборот. То есть эта попытка контролировать заводит человека в еще большее напряжение, в еще большее беспокойство. И второй мотив – это почувствовать все-таки власть, потому что непосредственно контроль коррелирует с чем? С созависимостью. То есть, когда я контролирую других людей, я пытаюсь за них что-то переделать постоянно, да, я чувствую над этим всем, что власть, они как будто мои подчиненные. Я становлюсь тут такой главной мамкой или папкой, родителем. Да? Ведь, в принципе, это прерогатива родителя быть контролирующим. Соответственно, я остаюсь все время главным, остаюсь все время таким альфа-самцом или альфа-самкой, лидером, значимым, такой главой, правильно же? Я тут всеми управляю, всеми заправляю, регулирую все эти потоки и процессы и наслаждаюсь чем я упиваюсь? Властью. Властью. Почему мы еще можем сказать, что здесь четко мы видим, да, взаимосвязь, во-первых, с созависимостью, подчинить себе людей,
сделать все за них, и перфекционизмом сделать все идеально. Но не все контрол-фрики пытаются сделать все идеально. Я бы разделила все-таки на попытку, на большую часть, что есть люди созависимые, а есть именно перфекционисты, которым не нравится, когда как-то делается все некачественно. И ему искренне кажется, что только он сможет сделать это лучше. Только у него получится лучше. То есть я не могу тебе это доверить, извини, дружище. Ты так не сможешь сделать идеально, как смогу это сделать я. То есть здесь больше взаимосвязь с перфекционизмом. Да? А вот в случае, когда мы получаем какую-то тотальную власть и попытку подчинить себе все, всех и вся вокруг, вот здесь идет больше, скоррелирует с созависимостью. То есть вы не сможете без меня жить. Я сейчас, дети мои, вам и жопу подмою, и накормлю, неважно, что вам по 25 лет, я сейчас расскажу, куда вам пойти учиться, я схожу, все организую там и так далее, да, я сделаю вам рабочие места, я найду вам вторых половинок, я все за вас решу. И вот таким вот каким-то больным уже, то есть это больным, ну что ли, каким-то кирпичиком встраивается, человек уже может и сам страдать и мучиться, а сделать с этим у него ничего не получается. Вот так вот. Так, ну что, про грань нормы и патологии я уже сказала, да, как только это начинает беспокоить вас или вашего близкого, мы сразу понимаем, что это уже не есть норма. Но опять же, вот даже в формате вроде бы, когда мы и не говорим о расстройстве личности, но в любом случае это может носить эго-дистонный и эго-синтонный, понимаете, формат. То есть, с одной стороны, есть люди, которые это видят, они с этим, это им чуждо, это им мешает, я вижу, что я контрол-фрик, да, я все контролирую. А есть люди, которые с этим срастаются, с этим сживаются, и кажется им искренне, каждый у себя бревна в глазу не увидит, им кажется, что все так и должно быть, да. Он просто с этим сросся, вот и все. Так, что еще я хочу сказать? Также про разновидности вот этих контрол-фриков, они же тоже бывают очень разные. В каком плане? Он может выбрать, контролировать какой-то один аспект. Может выбрать, контролировать какие-то два аспекта. Ну вот, к примеру, вот я привела яркий пример вот с этим пассажиром, который дает диктовку какую-то, да? Едем туда, поворачиваем налево и так далее. И при этом, допустим, он может совершенно попустительски относиться к няне своего ребенка. К примеру, что эта няня делает, как она себя с ребенком ведет и так далее. То есть эта область может быть совершенно упущена. Или какая-то другая область может быть совершенно упущена. Понимаете? Но есть такие контрол-фрики, которые контролируют тотально всех и вся. То есть есть сегментарные все-таки люди контролирующие, а есть всецело контролирующие, которые не могут спокойно жить ни в чем, ни в одной области. То есть более того, он даже ночью лежит и дрыгается, как собачка. То есть в конвульсиях. Не просто расслабленно спит, а вот постоянные вот такие подергивания. Он там тоже что-то в своих снах, даже во сне он что-то борется, ругается, дерется, контролирует. И там он подергивается, в течение дня он может грызть ногти, волосы себе выдергивать, и что-то расчесывать, и постоянно смотреть. И даже уже уходит какая-то и улыбчивость, идет постоянная фоновая такая, как будто бы серьезность, вот. Нисколько может быть опечаленность, нисколько может быть какая-то и уже и грусть, и депрессия, а именно избыточная какая-то серьезность, вовлеченность в любой процесс. Да? Соответственно, от и до, то есть человек контролирует и своих детей, и свою жену, и свой бизнес, и везде лезет, но сует, звонит, узнает, все смотрит, проверяет, лезет во все, надо, не надо. Причем, что здесь их отличает? Они лезут, надо, не надо, они уже не понимают эту меру, они не понимают эту грань, что ты уже задушил, что твои контролирующие глаза – это как бесконечные руки на горле, ну сколько это может продолжаться, да, это такая форма. Я помню, вот, кстати говоря, есть совершенно, ну что ли, безумные формы контроля, которые тут хотя бы ладно, окей, человек там впал в какую-то созависимость. Но вот я очень хорошо помню, как у меня в детстве была фобия рвоты, и я ехала в там, общественном транспорте, и я контролировала людей, чтобы их не вырвало. То есть я вот сидела, и мне казалось, если я буду на них всех внимательно смотреть, их не вырвет.
Но если я там что-то упущу, какой-то момент там закрою глаза, там как-то засну, то кого-то может вырвать. И я тогда вела с собой вот внутренний диалог, что ну как я могу повлиять на то, чтобы этих людей вырвало или не вырвало. Понимаете, да, абсурдность. Вот я сейчас показываю яркий пример, до чего может доходить вот это контролирование процессов. То есть вот такой вот неадекватный всемогущий контроль, как будто бы я Господь Бог, да, у контролирующего очень часто именно бывает, вот я гвоздь программы, я тут вообще всем заправляю, все знаю лучше всех других, они ничего не знают, а я знаю, они не могут, я могу и так далее. То есть я вот такой прямо сверхчеловек. Вот здесь это тоже, в общем-то, черными по белому шито, да. Так, что еще я хочу сказать? Про виды и разновидности я сказала. Что мы еще с вами не обсудили? Давайте посмотрим дальше. А немножечко перейдем к тому, во-первых, к чему это приводит, как я уже сказала, это приводит к неврастении, что человек чувствует какую-то уже внутреннюю апатию, у него нет сил, у него начинается уже бессонница, все валится из рук, он уже ничего не успевает. В итоге его перфекционизм, да, и потребность сделать идеально, у кого он есть, к примеру, имеет обратные результаты, то есть когда человек за все хватается одновременно, все хочет предвидеть и предотвратить, получается только хуже. И здесь еще почувствуйте, как это взаимосвязано с чем? С недоверием в некотором смысле, особенно если речь идет о таких перфекционистах, контролирующих. То есть человек не может доверить другому сделать что-то. Но не может он ему это доверить. Вот. Вот про доверие еще. Видите, с доверием это все связано. Соответственно, и часто вхолостую не достигает результатов. То есть вот такой контролирующий, который не может правильно и рационально распределить, делегировать и, в общем-то, возглавить так, как это надо возглавить, да? Дальше, давайте немножечко поговорим про причины и потом потихонечку перейдем к лечению. Какие у нас с вами могут быть причины? Чаще всего речь идет о гипер- или гипоопеке. То есть, когда это была, допустим, гипоопека, ребенок не сталкивался с чем? Он не сталкивался с тем, что он вообще кому-то нужен, что до него есть дело. И когда он засовывал свои пальцы в розетку, условно говоря, его било током, и никто ему не говорил, не надо эти пальцы туда засовывать. Когда ребенок подползал к лестнице, он с нее падал, и каждый раз он сталкивался с тем, что до него нет никому никакого дела. И если он сейчас сам это не проконтролирует, никто за него это не сделает. И вот тут формируется такое патологическое контролирование и патологическая форма вообще выживания в этом мире. Да? Это как способ выжить. Да? То есть это моя такая защитная функция. Я при помощи этого могу на этом свете жить. Я еще живой только потому, и ведь это действительно, пожалуйста, вся моя жизнь является позитивным подкреплением. Я же выжила до 43 лет, значит, это о чем говорит? Мое контролирование привело меня куда? Оно привело меня в достижения, в здоровые руки-ноги, вот я живу, у меня все хорошо, это потому, что я все контролировала. Оно еще закрепляется и подтверждается, потому что бы, если этого не делала бы, я бы рассыпалась, развалилась и где-нибудь там с пьяницами бы умерла. Вот, что происходит при гипоопеке. То есть ребенок берет излишнюю ответственность за свою жизнь. То есть он становится себе этим опекуном, да, сам себя родителем, который пытается это, в общем-то, что-либо предотвратить. И ровно обратная ситуация, когда ребенок растет в гиперопеке, он как будто бы интегрирует этот интроект, встраивает этот интроект, выучивает это сам, да, как способ научения. И эту эстафетную палочку, которую передали ему близкие, он привносит уже в свою взрослую жизнь. То есть, если раньше за него это делал родитель, то сейчас он научился это делать сам. И теперь самостоятельно перехватывает эту инициативу и считает, что если он так не будет делать, все развалится и все разрушится. Как бы он привык жить вот в этом фоновом напряжении, он привык жить в таком формате бесконечного контролирования, когда смотрится, как он покакал, как он покушал, как он заснул, сделали уроки, отвели, привели туда, музыкалка, что, чего, сынок, мама 33 раза в комнату заходит, яблочко, водичка, что там, горлышко дует и так далее. Да? Вот постоянное такое какое-то фоновое беспокойство и контролирование этого ребенка. Все это перенимается как некий такой уже паттерн жизненный, да, и человек с ним живет по жизни радостно, может радостно, а может и не радостно, да.
Но я хочу сказать, я не видела свободных, легких людей, чтобы у человека действительно был такой контрол-фрик, и при этом был очень-очень легкий, очень-очень свободный. Как правило, вот эта бесконечная какая-то взволнованность, надо, не надо, она держит его в некотором все-таки таком невротическом тонусе, я бы так сказала. То есть он не дает ему возможность расслабиться, насладиться этой жизнью, в общем-то, вдохнуть полной грудью, да. Так, это мы с вами про все-таки про то, что происходит, по какой причине это происходит, про причинно-следственные связи, да? Теперь потихонечку с вами куда мы переходим? К лечению. Что мы делаем? Ну, конечно же, начинаем мы с когнитивно-поведенческой психотерапии, а именно декатастрофизация, да? Что пойдет не так? То есть какая катастрофа у этого может быть? И мы даем человеку некоторые наводящие вопросы, и он в этих вопросах начинает заходить максимально далеко, до полного абсурда. То есть если ты сейчас в этой машине просто будешь читать книгу, что тогда? Ну, тогда он не услышит мои команды и врежется там куда-то. То есть ты считаешь, что его команды должны, в общем-то, его как-то регулировать. Без тебя он не может это сделать. Да, да, мы врежемся. В общем, ну, я врежусь. Как я врежусь? Вот врежусь в этот стол и умру. Умру окончательно. Ага. Или как? Ну, или не знаю, может быть, стану каким-то инвалидом. Понятно. Угу. То есть мы даем человеку, не торопясь, шаг за шагом проговорить и прожить это, доведя до максимального, да, такого, в общем, до полного безумия, до полного сумасшествия, да. И в каком-то смысле, в какой-то момент у него происходит, ну, что ли, какое-то отпускание, что ли. Вот есть какая-то... Он понимает, что есть вещи, которые, возможно, от него не зависят. Он признает некоторую судьбоносность, да, что, умру, значит. Ну, невозможно сидеть и контролировать самолет, поезд, невозможно контролировать этот автобус, там, ну, невозможно это контролировать. Да, может получиться так, что там будет сидеть пьяный водитель, а я даже не буду об этом знать, понимаете, к примеру, или пьяный пилот. Откуда я об этом буду знать? Я должен, мне придется довериться этой вселенной, да? То есть если человек религиозный, значит, я доверюсь Богу, я доверяю Богу свою жизнь. Если человек не религиозный, значит, ну, я доверяюсь вселенной. Ну, вот это так. То есть тут как будто бы подключается вообще диалог Сократа, очень важный момент в когнитивно-поведенческой психотерапии, когда мы все вокруг со всех сторон просматриваем, да, и со всех сторон задаем все вопросы, мы приходим к такой экзистенциальной теме, что мы не знаем, откуда мы пришли, куда мы идем. Зачем мы здесь, сколько мы тут должны прожить, кто определяет этот срок и так далее. Вот мы об этом, обо всем говорим. И вот в этом разговоре, казалось бы, ну что, вот ну мы разговариваем. Да? Человек приходит к тому, что он принимает эту реальность такой, какая она есть. Он принимает эти риски и эти все возможности, которые в этой жизни существуют, кирпичи, которые там падают на голову и так далее. Вот и все. Конечно, тут же мне хочется встроить еще одну концепцию, что я отвечаю за все в своей жизни, да, что я выбрала это, вы помните, я раньше очень это любила, и сейчас я это люблю. И тут как бы не очень понятно, как будет вместе уживаться две эти противоречивые идеи. Я ответственен, да, за этот кирпич, я выбрал это, или же это какая-то судьбоносная история. Ну, в моей картине мира оно как-то уживается. Оно как-то уживается. То есть я имею эту и судьбоносность, с одной стороны. Это как бы в одной какой-то полярности оно у меня само по себе живет. И в принципе имею то, что я решаю все сам. Оно как-то почему-то у меня не конфликтует. Вот я сама ответственна там за те действия, которые я делаю. И, значит, пошел снег, я выбрал это. Да? Там, допустим, я сломала руку, ногу, я это выбрала. То есть мне очень близка эта идея. И вместе с тем она почему-то легко соседствует с судьбоносностью какой-то. Я не знаю. Вот скажите, как у вас? У меня и в терапии это хорошо получается обсуждать с пациентом. И для себя я как-то это внутри укладываю. Может быть, как-то локально. Не знаю. Но оно как-то живет. И вот в данном случае, что касается тревоги,
Вот я вижу самый простой такой способ. Ну, отдайся как бы этой вселенной, ну, отдайся. Вот ты сел в этот самолет, ну, отдайся уже все. Тебя этот пилот, вот он куда-то там тебя повез. Ты не знаешь, как он себя сейчас чувствует, куда он тебя там отвезет. Отдайся. Вот где-то должно включаться такое «отдайся». Да. Отдайся этой судьбе. Все, долети. Все. Ну, умру, значит, умру. Все. Вот какое-то как принятие, что ли, каких-то вещей. Так, да, это у нас с вами была декатастрофизация. Декатастрофизация. Когда мы снимаем эту катастрофу. Что еще? Что еще? А, еще очень важный момент у контролирующего человека, во-первых, понять, какую область, если там локальный контроль, то почему он выбрал именно в этой сфере взять этот контроль, а не в какой-то другой. Ну почему он контролирует вот тут, а не контролирует здесь? С чем это связано? Почему эта сфера для него более значима? И туда тоже покопать. И туда, кто это делает самостоятельно, прописать. Да, это тоже важный момент. Дальше, к примеру, что мы еще с вами делаем? Что на самом деле меня беспокоит? Потому что, в принципе, контроль – это способ переключить внимание от того, что беспокоит. То есть нечто по этому поводу, фоново человек переживает. Решить это он не знает и не может как. И проще всего переключиться на каких-то других людей и начать их контролировать. Вместо того, чтобы остаться в этой больной точке, разглядеть ее, посмотреть, из чего она состоит, что пошло не так и почему, что я могу с этим сделать, как я могу решить эту проблему. Допустим, там мужская импотенция. То есть его беспокоит то, что у него плохо работает его член, вялая какая-то у него там эрекция, и он не знает, как это решить, и он моментально находит себе игрушку для ума под названием контроль. Да? И вот он начинает переключаться и отвлекаться на кого-то другого, вместо того, чтобы решать этот вопрос. Или финансовая какая-то проблема большая, он не знает, как вылезти из этой дыры, из этой ямы. Или конфликт с его там любимым отцом или с матерью. Это так сильно его беспокоит, он не хочет об этом думать и переключается туда. Или, например, боится сойти с ума человек. Настолько боится утратить это, да, какой-то вот, утратить эту реальность, оказаться в дурдоме, что он думает, чем больше я буду контролировать всех и вся, тем больше это будет давать мне гарантии, что я вообще в здравом уме и ясной памяти. Так. Ну ладно, вот это мы с вами поговорили про контрол-фриков. Пишите, являетесь ли вы сами маньяком контроля, а есть ли среди ваших близких такие люди, страдаете ли вы от них, да? Как это проявляется в вашей жизни, какие сферы жизнедеятельности, вы контролируете, а какие нет, и почему такая выборка, да? Да, обязательно мы должны копнуть дальше. То есть как оно было? Вот я уже говорила про гипер- и гипоопеку. Теперь ваша задача более детально, так сказать, разобрать это, раскопать, как оно было, и все в таком ключе и контексте. То есть я хочу, чтобы вы понимали, когда человек об этом много говорит, его рефлексы начинают угасать, да, вот эти контролирующие, сверхконтролирующие, он немножечко успокаивается и приходит в норму. И опять же, помним про когнитивную таблицу. Мы всегда должны в левый столбик выписывать, как нам кажется, да, наши иррациональные суждения и убеждения. И в правый столбик мы должны это все обязательно с вами оспорить, сделать такую другую альтернативную мысль, альтернативное суждение, да, где доказательства, на основании чего я так решил, почему я считаю, что другие люди тупее, глупее, они ничего не могут, а я смогу, почему я считаю, что я должен контролировать своего взрослого сына и так далее. Да? И к чему это вообще приведет? То есть, если я так буду делать, что будет дальше? А кто должен контролировать меня? Но я же живой, вот меня же никто не контролирует, я же не умер, почему кто-то другой должен умереть без моего контроля? И так далее. Мы ведем вот этот постоянный диалог с Сократом, мы с собой разговариваем, мы себя в чем-то разоблачаем, переубеждаем и так далее. И потом это, когда человек уже прорабатывает, носит некоторые автоматизмы, то есть они срабатывают очень быстро, ему достаточно чуть-чуть залезть в свою когнитивную таблицу в голове, где она у него уже прописана давно, и он там прописал, что такое тра-та-та, и пришел в себя.
Но еще очень важный момент – это отслеживать свои побуждения, контролировать другого человека. Стоп, Зорька, что я сейчас делаю, зачем я это делаю, почему я это делаю? Тут же ловить себя на месте преступления, так сказать. Не давать этому развиваться дальше вот, по накатанной. Моментально себя на этом ловить. И потом вы уже заметите, что ага, вот эту сферу отпустили. Вот эту тоже отпустили, и вот эту делегировали, и вот эту тоже. И постепенно, шаг за шагом, вы будете все больше и больше расслабляться и направлять свои силы на себя, на собственную вообще жизнь. Да? Сюда же мы что можем обязательно? Различного вида для контрол-фриков полезны медитации, йога, различного рода успокоительные визуализации, спокойная музыка, баня, душ, бассейн, все то, иглорефлексотерапия, любая другая физиотерапия, различные травки, чаи успокоительные, там, ромашки и так далее. То есть все то, что приводит человека куда? В абсолютное спокойствие, в равновесие, да? В хороший глубокий сон, да? Хорошо человек должен спать, отдыхать. И так далее. Все. И вот здесь что стоит сделать некоторую такую ревизию по нашей жизни, по сферам нашей жизнедеятельности. Где, в какой сфере я контролирую, да? И все это прописать и прошерстить, так сказать. А как я могу сделать иначе? То есть как это будет выглядеть, если я не буду это контролировать? Все. И понять, что никто не умирает, понять, что оно все идет своим чередом. Все, мои любимые, вы подписывайтесь обязательно в Телеграм, потому что там каждый день я вам даю психотерапевтические домашние задания. Я надеюсь, вы их выполняете, мои домашние задания, да, мои полезные вот эти упражнения. Я туда прикрепляю постоянно медитации. Я надеюсь, вы вместе со мной медитируете. Медитации там только по закрытой ссылке, только для вас, кто в Телеграме. И все новости, которые сегодня происходят, да, вот эти все новости по спецоперации так называемые, они мной комментируются также ежедневно и очень смело, без какой-либо цензуры. Потому что Павел Дуров это на данный момент нам с вами разрешает. Все, моя любимая, я вас целую и обнимаю. Подписывайтесь на мой Телеграм и заходите на мой сайт. Ссылочки будут все внизу в описании.